В Екатеринбурге стартовал главный конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2015». Ежегодно 30 претенденток на звание лучших проходят тяжелую подготовку к финалу. Чтобы поддерживать себя в отличной физической форме, девушки практически ежедневно занимаются фитнесом, йогой или танцем. В нашей программе «15 минут о фитнесе» мы будем следить за занятиями девушек с лучшими спортсменами Екатеринбурга. Партнер конкурса «Мисс Екатеринбург» – мировая сеть фитнес-центров Powerhouse Gym. В минувшие выходные участницы провели день в фитнес-центре, посещая тренировки, аквазону и беседуя со звездными спортсменами о питании и о том, как поддерживать свою физическую форму в хорошем состоянии. И первую тренировку для участниц «Мисс Екатеринбург-2015» провел Александр Колясников, двукратный абсолютный чемпион России, чемпион Европы, серебряный призер «Арнольд Классик Евро» и мистер Олимпия среди любителей. Девчонки, привет! Сегодня мы проведем с вами тренировку на поясницу, осанку, на мышцы пресса. Так, данное упражнение называется «Тяга с верхнего блока за голову». Оно разрабатывает большие, малые, круглые, с нижней части трапециевидных. В общем, те мышцы, которые отвечают за выпрямление плечей назад. Давайте знакомиться с уральскими красавицами. Меня зовут Кристина Агафонова, я участница под номером 13. По образованию я юрист, в этом году окончила Государственный юридический университет. Жигалова Екатерина, номер 15. Мне 20 лет, я студентка. Перешла на третий курс в Институте психологии Уральского государственного педагогического университета. В свободное время я обожаю участвовать в показах уральских дизайнеров. Меня зовут Елена Сергеева, мне 21 год. На данный момент я поступаю в магистратуру Уральского федерального университета. Итак, второе упражнение – это скрестное отведение рук с верхних кроссоверов. На выдох делаем отведение. Вот такие. Видно даже наглядно, какие мышцы работают. Задняя дельтовидная и как раз таки подосные мышцы. На вопрос, почему девушки решили принять участие в конкурсе красоты, каждая ответила по-своему. Моя причина, я считаю то, что каждая красивая девушка должна, просто обязана показать себя миру, вдохновлять людей, чтобы окружающие ее люди наслаждались красотой и получали от этого удовольствие. Мне захотелось показать себя, попробовать свои силы и просто познакомиться с девочками, которые также хотят победы, как и я. Гиперэкстензия для поясницы. Руки можно держать произвольно. Как за головой, но я рекомендую у висков. Дальше смотрим вперед, наклоняемся. Видите, спина у нас округляется в поясничном отделе. При подъеме на выдох мы поднимаем голову и прогибаемся в поясничном отделе спины. Чтобы выглядеть красиво, важно не забывать о спорте в своей жизни. Тому пример героини нашего сюжета сегодня. Я регулярно посещаю тренажерный зал и стараюсь правильно питаться. Моя профессия и мое любимое хобби обязывают поддерживать свою фигуру в тонусе. Для этого я каждый вечер катаюсь на велосипеде, стараюсь бегать, занимаюсь фитнесом, но не так часто, как хотелось бы. Я ходила в тренажерный зал, но на данный момент я этим не занимаюсь. Я активно катаюсь на сноуборде в зимний период времени. Мы ложимся. Таз у нас, видите, мы его сразу же разворачиваем в сторону, ноги вместе, руки за головой. Эта лопатка этой руки может быть слегка быть оторвана от пола. Эта лопатка должна быть прижата. Дальше на выдох делаем подъем и преимущественно вот этот локоть тянем к этой ноге для более сильного сокращения. Данное упражнение Александр дал девушкам на косые мышцы пресса, сделав акцент на том, что оно подходит тем, у кого выражена линия талии.
Александр порекомендовал Елене дополнительное упражнение, которое для нее будет более эффективно в проработке косых мышц пресса. Структура тренировки выглядела следующим образом. Мы делали разминку на кардиотренажере, подбирали любой там дорожка, эллипсоид. Делали 5 минут для того, чтобы подготовить сердечно-сосудистую систему к нагрузке, к силовой. Мы выполнили буквально 3 упражнения на спину, 1 упражнение на косые мышцы пресса. Я дал рекомендации по типу сложения фигуры каждой девочки, рекомендация по питанию, по тренировкам. По окончанию тренировки у участниц конкурса красоты была возможность задать Александру свои вопросы о питании и программах тренировок. Я считаю, что очень худенькая. Подскажите, пожалуйста, как мне можно набрать вес, поправиться? Какие упражнения нужно делать? Как питаться? Худенькая, но это в силу твоих уже генетических данных, быстрого метаболизма. Узкий костяк, узкий таз. То есть при таком типе сложения нам требуется, во-первых, не более 3 раз в неделю тренироваться. Кардионагрузку на какое-то время можно практически исключить. Только после силовой тренировки походить 5 минут для заминки. Александр рассказал Кристине, какой должна быть ее программа тренировок, чтобы построить фигуру песочные часы. И при хрупком телосложении есть все шансы иметь женственные формы и очертания. Дело за системой и трудолюбием. Александр, была замечательная тренировка, и я бы хотела задать вам один вопрос. Мою фигуру определяют как песочные часы, но чтобы оставаться таковой, мне нужно обязательно поддерживать свою попу и ноги в порядке. Как это сделать? Здесь я бы сделал акцент больше на соблюдение все-таки четко составленного плана питания, потому что ягодичные мышцы так таковые наращивать не надо, а какой-то акцент делать. Нужно делать акцент, но он уже носит другой характер, нежели там, например, у Кристины. Например, выполнять некоторые суперсеты или гигантские сеты. Там подъем на платформу, там 20 повторений потом идем делаем, отведение ноги с нижнего блока, по одной ноге 20 повторений и заканчиваем, например, выпад, присед, шаг. Там 12 шагов туда, в одну сторону и 12 шагов в другую. То есть такие 3 сеты позволят, скажем так, отточить бедра, обозначить ягодицу, прорельефить, повысить за счет этого метаболизм, сделать ягодицы и ноги более плотный вид они у вас примут. А все остальное сделает диета. Александр, спасибо вам большое за тренировку. Это было крайне познавательно и увлекательно. Я перед собой поставила такую задачу слегка похудеть в области бедер. Что вы мне можете посоветовать? В области бедер, да? Во-первых, здесь, опять же, 70% успеха – это диета. Во-вторых, чтобы убрать бедра, тут нужны больше ровные силовые упражнения, типа подъемов на платформу, либо же степ-тренажеры. У нас здесь одна из разновидностей есть. Когда ты поднимаешься как по ступенькам, да, они воздействуют на эту часть на протяжении 30-40 минут при ровном режиме начинается такая реакция, как липолиз, очень активно идет расщепление жира. Дальше короткая ягодичная мышца. С одной стороны, ее очень трудно раскачивать для того, чтобы она была более круглая. Но с другой стороны, если ты ее раскачаешь, это будет очень большим преимуществом. Она у тебя будет как мячик, то есть очень красивой формы. Сегодня отлично позанимались, все молодцы. Сейчас время расслабиться, выпить минеральной водички, пойти поплавать в бассейне, посидеть в сауне. Всем спасибо. На этом все. Завершился спортивный день девушек в аквазоне фитнес-центра, где они плавали в бассейне, расслаблялись в джакузи и грелись в сауне. Все остались довольны. А мы напоминаем, что на протяжении месяца в программе «15 минут о фитнесе» вы можете следить за участницами конкурса «Мисс Екатеринбург-2015» в нашем видеожурнале.
Спонсор видеожурнала – фитнес-центр Powerhouse Gym, десятилетний партнер конкурса. За это время были подготовлены сотни участниц не только к финальному шоу, но и к этапу участия в национальном конкурсе «Мисс Россия». Победительницы конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» становятся постоянными членами клубов с правом бессрочного свободного посещения фитнес-зала в сети.